Здравствуйте! Сегодня поговорим о синдроме отложенной жизни. Ему подвержена чуть ли не половина людей вокруг. Что это значит? Человек чего-то хочет, например, сменить работу, поехать в круиз, заняться любимым хобби, но годами откладывает. Этот синдром связан также и с тем, что человек не пользуется чем-то ценным. Например, красивая посуда, новая одежда ждут подходящего случая. Но он так и не наступает. И вот платье пылится в шкафу, а потом становится узким или немодным. Им кажется, что они успеют сделать это когда-нибудь. И тогда сегодня вовсе не живут. Жизнь изо дня в день происходит в ожидании чего-то настоящего. С чем это связано? У одних людей – перфекционистов. Если уж и надеть новое платье, то непременно блеснуть в нем на публике. А у других – со страхом перемен. Вдруг будет хуже, и тогда лучше пока ничего не делать, не предпринимать. Но желание продолжает жить внутри, забирая энергию, и человек не живет, а как бы ожидает, сидя на вокзале. Если вы узнали себя или кого-то из ваших друзей, я расскажу, что делать. Не ждите радикальных перемен. Начните понемногу воплощать свою мечту. По маленькому шажочку. Например, хотите переехать? Посмотрите фото того города, познакомьтесь со стоимостью жилья, запланируйте туда поездку. Хотите сменить работу? Для начала напишите резюме, позвоните в отдел кадров. Ведь не обязательно сразу увольняться. Начните с разведки. Как только вы сделаете какой-нибудь шажок, жизненная энергия сразу освободится. Вы почувствуете себя более радостным и отдохнувшим. Я открою вам секрет. Жизнь идет прямо сейчас. И время – невосполнимый ресурс. Представьте, что через год может произойти что-то, что не даст вам реализовать ваши мечты. И они войдут в категорию «никогда-нибудь». Сделанное лучше идеального. Самый подходящий для жизни момент – прямо сейчас. Живите здесь и сейчас. И помните, счастливо жить можно каждому.